Всем привет! Пришла очередная посылочка из Китая. Я ее уже распаковал. Вот такая вот клавиатура Motospeed SK108 RGB. Цвет RGB. Значит, давайте распакуем. Посмотрим, что здесь находится. Здесь находится у нас, значит, вот такая вот штука для клавиатуры. Подставка для руки, как я понимаю. Также имеется сама клавиатура. Таким вот образом она упакована. Давайте это все снимем. И вот, собственно говоря, сама клавиатура, провод. Провод, я скажу, достаточно такой гибкий, добротный. Ну и также для самих клипсов вот такая вот, такой ключик, если его можно назвать, да, чтобы им проводить манипуляции. Значит, можно к этой клавиатуре вот эту вот подставочку прицепить вот сюда, что мы сейчас и сделаем. Вот она просто вставляется вот таким вот образом. И все. И вот таким вот образом ее размеры как бы увеличиваются. То есть достаточно удобно что-то набирать. Вот такой звук у нее. Клавиатура механическая. В отличие от мембранной клавиатуры, достаточно такой громкий звук, как у печатной машинки. Собственно, и все, что было в этой коробочке. Ну, здесь, конечно, такая вот инструкция, которую я даже не читал, тут на английском, на китайском языке. Ну, в принципе, она мне и не нужна. Ну и, собственно, давайте я ее подключу и покажу, как она работает. Итак, я подключил клавиатуру. Теперь вот таким вот образом она работает. Свет я выключил. В общем-то, цвета здесь разные. Также здесь меняются режимы определенные. То есть несколько клавиш нужно нажимать в разном порядке. И режимы будут меняться. То есть в этой клавиатуре меняется цвет. Различным образом подсвечиваются клавиши. Также вот я вначале забыл сказать, не сказал. Эта клавиатура на русском языке. То есть сами клавиши подсвечиваются на английском. Но под английскими буквами есть русский алфавит, который на данный момент сейчас не видно, так как этот алфавит не подсвечивается, но он есть. И можно свободно на этой клавиатуре печатать русскими буквами. И это здорово. Здесь я показываю, каким образом идет переключение режимов подсветки. То есть меняются цвета, различный режим подсветки включается. И таким образом вы сами можете регулировать, когда вам и когда нужна какая подсветка. Или даже можно ее вообще отключить. То есть режим может быть вообще без подсветки. Вот, подсветка будет включаться только при нажатии клавиш. Всем советую эту клавиатуру. Клавиатура механическая, добротная, стоит недорого. Переходите по ссылочке, если понравилось видео. Комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!